Здравствуйте, уважаемые любители стратегии. Продолжаем играть в мод «Булатная сталь» за кордовский халифат. Я вот что подумал, наверное, в Бургасе строить ничего не буду. Найму здесь лучше корабль, армию. Так. Армия плывет. Так, что у нас тут? Зайдем, наверное, сюда, к Сарагосе. Эти войска на переобучение в Бургас. Не. В Сарагосе переобучится. Никто не переобучится. А в Памплоне тоже никого. Значит, переобучим в Бургасе. Отлично. Тут, по-моему, у меня шпион. Вот тут. Да, вот. Вернее, посол. Посол. Куда посол? Сюда посол. Я передам им ваши слова. Так. Посмотреть, что тут. Анкона. Убийца. Давайте диверсию сделаем. Успех диверсии. Отлично. Значит, так. Делаем ход. Золотая Орда ходит. Меня интересует, будут ли атаковать французы Барселону. Это во-первых. Вот отошли немножко французы. Великий Новгород тут. Венеры ходят. Ну, посмотрим. Девять тысяч новая гильдия коневодов. Что? Здесь минус 10 тысяч. А это за вот этот выкуп 19213 флорентов. Ни хрена себе, бандиты на дороге. Так, ладно. Бандиты на дороге. Так, тут у нас такая хорошая армия, в принципе. Да и тут неплохо. Думай теперь.
Что делать с Барселоной? Что делать с Барселоной? Так, крестовый поход на Газу. Я не участвую. Итоги хода. Итоги хода. В принципе, по-прежнему так же само. Сводка новостей совершеннолетия. Доклад о строительстве. В Неаполе казармы построились. Снимать можно. Денег нет. Доклад о найме. Дипломатические сведения. Державы, начавшие войну. Швеция, Венгрия, Священная Римская империя и Франция решили атаковать Египет, участвовать в крестовом походе. Державы, разорвавшие союз, Венгрия с Шотландией разорвала, Венеция с Норвегией, Египет с Польшей. Священная Римская империя разорвала союз с норвежцами и Новгородом. Французы разорвали союз с поляками и шотландцами. И державы, заключившие перемирие, Генуя с Киевской Русью. И отношения ухудшились с англичанами враждебно. Так, ладненько. Мы плывем, плывем. Высаживаемся на берег. Тарирарам. Так, ладненько. Так. Перебазируемся. Разгружайте корабли. Неверные причины. Денег нет. Вот так, допустим. Делаем ход. А, Золотая Орда, торговый договор. Сведения о карте давайте. Мой народ не нуждается в таких. Не хотят. Хорошо. Масса. Что ж, битва. Будем драться. Неверные не заслужили жизни. Убейте их. Разворачиваем войска. Что у них тут? Начали битву, понеслась.
Интересно, интересно. А вот тут, тут что армия делает? Ага. Беда, султан. Они ломают наши ворота. Половина неверных уже мертва. Надеюсь, это сломит оставшихся. Так просто не сдадимся. Сейчас мы немножко еще раз покалечим их. Вот, 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 вот. Оп. И отойдем. Будет такая тактика у нас. Еще семерых завалили. Правда, наших. Пятеро осталось. Ну что ж. Пока сражаться не будем. Пока сражаться не будем. Вот эти вот войска, наверное, пускай идут сюда. Вот эти вот. Тоже.
37 человек. Давайте, давайте. О, султан! Верные ломают наши ворота. Охрана полководца. Агамбар. Бейте стены, бейте. С последний раз на скоках. Давай. Отлично. Смяли. Потихонечку, потихонечку, так сказать. 11% задубасили. Ну, давайте, давайте, бейте. Они ломают наши ворота. Сейчас разобьют стену. Разобьют стену. Пойдет более сильная армия через ворота. И будем ее встречать. Там уж как получится. Так, стена почти разбита. Ну, еще один наскок. Наскок. Вот, разбили. Отлично. Отлично. Давай, 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 давай. Все, убегите сюда. Неверные остались без полководца. Погиб вражеский полководец, командир Мартино. Во славе Аллаха, враги бегут, как перепуганные дети. Ну что ж, пускай бегут эти Мартины. Надо их догнать. Здесь мы будем. Четверо осталось от полководца. Ну, давай, давай, догоняй. Полководец огромное дело сделал.
фактически раздолбал два отряда. И этих вот сейчас порубит. Один остался. Так. Теперь смотрим. Спокойно передвигайся. Инвестиции идут. По чуть-чуть надо долбать. Ну, тут более мощно идет. Отлично. Полководец будет долбать более мелко. Более мелкие отряды. Далеко убежал уже. Я сомневаюсь, конечно, что я выиграю эту битву. Ну, попытка. Есть попытка. Чуть-чуть промотаем на скорости. Так, выключим скорость. Давай, разбивай. Отлично. Трое осталось. Один. Стоять. Идут. Отходим. Огонь!
его. Они куда-то поперли в другое место. Ну-ну. Так. Полководец. Давай. Атакуй. Ну-ну. Давай, давай, давай. Отлично. Угу. Так, что у нас тут? Ага. Заходи сюда, полководец. Хорош там развлекаться. Рам-пам-парам. Ну, 8-21, но это ничего не значит. У них гораздо больше армия. Давай, встречай их здесь. Давай, ливани на них. Дерутся. Тут бы хотя бы 50% их завалить. Мы убили предводителя неверных. Змея обезглавлена. Хорошо. Погиб еще один вражеский полководец, командир Антонио. Давай, стреляй. Проклято солнце, что светит над этим позором. Если мы ничего не изменим, победа достанется неверным. Так. Разогреты, отдохнувшие, разогреты. Сражаются, сражаются. Сюда. И вы сюда. Хорошо их маслицем поливает. Копейщики!
Бегут, что ли? Было бы неплохо. Ух. Стоять. Лучника сюда. Так. Лучники, быстрее, быстрее. Ладно, пускай стоят еще здесь. Не успеют выйти. Ну-ну. Потихонечку, потихонечку, как-нибудь, может быть, продержимся. Ух, отлично. Стоп, 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 извиняюсь. Раз. Два, три, четыре. А теперь поехали. Надо отойти. Отходи. Стоп. Вперед. Стоп. Так, маслице оно помогает, помогает. Должны побежать. Стоп. Извиняюсь. Извиняюсь. Тут надо вот так делать. Встречаем, встречаем. Ой-ой-ой, сколько вас тут? Тут будет сейчас тяжелее. Угу.
Давай, помогай. Давай, поливай, поливай. Половина неверных уже мертва. Надеюсь, это сломит оставшихся. Отлично. Стрелковое ополчение. Это солнце, что светит над этим позором. Если мы ничего не изменим, победа достанется неверным. Отлично. Бьемся, бьемся. Потеряли половину воинов. 56-73. Что ж, это еще не факт, что побеждаем. Это солнце, что светит над этим позором. Если мы ничего не изменим, победа достанется неверной. Ух ты! Неплохо, неплохо. Шестьдесят девять на 83. Дерутся, ребятки. Семьдесят пять на 87. Надежда только на масло осталась. Проклято солнце, что светит над этим позором. Если мы ничего не изменим, победа достанется неверной. Видим. Два отряда уже уставших. И 90%. Неплохо, неплохо. Еще завершаем битву. Султан. Отлично, героическая победа. Победили. Казнить. Сейчас ход дойдет до конца, и я завершу серию. Прочитаем новости последние. Если там будет битва в Барселоне, то битва в Барселоне будет также в... Это интересно. Ух ты! Отступить нельзя, только драться.
Но это, как говорится, уже на следующую серию. Всем пока-пока, до новых встреч.